телевидение и средства массовой информации растиражировали наш митинг как волеизъявление народа города Санкт-Петербурга, самого воспитанного и культурного города. И приемном. Что я хочу вам сказать, как человек, который сам туда ходит вместе с другими активистами. Прошу ваше прошение и звонка, и заявление. Просите, чтобы открыли, слушайте внимательно, сеть магазинов народных. Не социальный статус магазина, нет, не социальный. Вас замучают справками, чтобы вы принесли справку, что вы можете отовариваться в социальном магазине. Я 3 года питаюсь в этом магазине. Тех, кто против народного, кто клевету народный. Я прошел по магазину, я увидел, что огромное количество народу, это значит, магазин востребован. Вот это самое главное. Потому что здесь хлеб намного дешевле, яйца намного дешевле, картошку где-то в городе купили по рублю 99. Попробуйте прожить на ваши деньги. Зарплаты за квартиру заплатить, за садик и купить одежду. И месяц всю семью свою кормить. А с пенсии пойти купить еще лекарства. Не влазя в долг с тарифом ЖКХ. Куда же вы смотрите?